Всем привет! Очередная страница моего рыболовного дневника, и сегодня я нахожусь снова в Первоуральске на реке Чусовой. Итак, обо всем по порядку. Сегодня у нас 5 мая 2020 года. Я нахожусь возле Саженского моста, ниже него по течению. Вот, и ловлю сегодня непосредственно на самой реке, то есть не у самой плотины, потому что у плотины места нет, короче. Народу как на демонстрации. Рыбалка моя проходит где-то с 16 до 19 часов. Приехали мы около 15, но пока разместились, пока нашли место, будем считать, что ловлю я непосредственно с 16. Вот, то есть на протяжении 3 часов. Приехал я сюда вдвоем с товарищем, ловим мы в один садок. То есть улов будет на двоих, клюет примерно у обоих одинаково. Что хотел сказать я сегодня о снастях. Сегодня я ловлю на болонскую удочку длиной 5 метров, леска 0,14 миллиметра, сделал я немножко потоньше. Вот, крючок тоже номер 14, поплавок большой, поплавок 3-граммовый, потому что сильное течение, ловить приходится на границе течения, и ну, это определяет снасть. По погодным условиям. Погода сегодня у нас солнечная, очень теплая, ну днем, наверное, не знаю, около 18-20 градусов, наверное, сегодня. Я вот кофту надел, ну, в принципе, так на ветерочке нормально, а на солнце жарко. Вот, но у меня там футболка, я что-то решил не рисковать. Вот, все-таки клещи, это тут сверху побрызгал, открытого тела нигде нет. Насадку я сегодня использовал, как и раньше, бутерброд, опарыш, мотыль. Один опарыш, два мотыля сегодня. Насаживал отлично, работал вообще замечательно. Вот, прикормку использовал Дунаев базовую смесь, короче, фидерную, и добавил в нее немножко прикормки, тоже универсальный Дунаев красного цвета, что-то там бешеная клевка, это фигня такая написана там на ней, ну, короче, обычная дунаевская прикормка, вот. Половину на половину замешал, где-то получилось у меня в общей сложности килограмм сухой смеси, я ее развел, вот, ну, вот, вот такой вот штукой сегодня кормил. В улове сегодня у нас не то, что преобладала, а была одна плотва. А, было два окунечка еще, но окунь были микроскопические, такие грамм по 30, поэтому их вообще не считаем. Я
Езя сегодня никто не поймал из рядом сидящих людей. Вот. Но езя я видел зато у спиннингиста. То есть проходил мимо спиннингиста, мы с ним разговорились, вот, и он показал езёчка, короче. У него был нормальный езёчек такой, ну, побольше полкило такой, интересный. Вот. У него также был, наверное, спиток окуней такие, ну, окунь такие, около 100 грамм. Вот. Щуки у него сегодня не было. Но вообще, говорит, щука клюет. Но это недостоверно, потому что я сам не ловил. Самая крупная рыба у меня сегодня была плотва около 200 грамм. Вот. Ну, а основной размер рыбы такой, 100-граммовики, короче. Сегодня была немножко помельче. Сегодня плотва клюет немножко поменьше, вся шершавая уже, готовая к нересту. И какие на будущее можно сделать выводы, короче. Народу здесь тьма, вообще немерено. Я, честно говоря, не ожидал, что столько будет людей. Сегодня прямо на каждом квадратном сантиметре сидят люди. Мы ловим втроем, рядом сидим. У нас, скажем так, на двух квадратных метрах три поплавка. Представляете? И надо ловить на течение в таких условиях. То есть забрасывать таким образом, тут поплавки плавают друг от друга, я не знаю, в 30 сантиметрах. Иной раз там вообще чуть не соприкасаются бортами. Ну, довольно тяжело, я вам хочу сказать, в таких условиях ловить. Но, тем не менее, что, всем хочется половить. Весна, хорошая погода. Вода по сравнению с тем разом, когда вот я здесь был последний раз, еще сильнее упала, еще где-то на полметра. То есть тогда я стоял где на берегу, чуть-чуть в воду заходя. Сейчас это, блин, совсем берег, короче. Вот к этой наклейке от какой-то банки, или что там, пакет какой-то валяется, я рыбу сегодня отпускал, а сейчас уже воды нет. Очень быстро уходит. Вот. Но, тем не менее, образовались новые места, где можно ловить. Ну, то есть, видно, что там есть край течения. Вот. Видно, где есть обраточки. Вот как раз вот на краю течения на обраточках и клюет. Ну, а на этом я с вами попрощаюсь. Всем пока.